Всем привет! Сегодня хочу рассказать, показать вам такое растение, как белая сапота. Это вечно зеленое растение, семейство рутовое, высотой достигает до 15-18 метров в природе, родом из центральной Мексики. Также у нее есть второе название – мексиканское яблоко. Листья, кора и семена этого дерева используются в медицине. Плоды, соответственно, едят в сыром виде или используют в выпечке и тому подобное. Вкус плода у данного дерева очень напоминает крем-брюле. Сам я это не пробовал, но очень много похожих описаний на это. Данный экземпляр ко мне пришел из Краснодарского края в середине августа. Посадил я его 18 августа, и вот спустя месяц оно прекрасно адаптировалось и выпустило новые молодые приросты, причем очень много. При пересадке растение не стрессовало абсолютно и не сбросило ни одного листа, хотя я и немножко обработал его эпином. Растет белая сапота у меня в горшке с фитильным поливом, с внутренним объемом горшка 2,5 литра. Субстрат, соответственно, лечу за терапон, немножко серамиса и лечу за пон. Из того, что я заметил, растение достаточно неприхотливо и устойчиво к паутинному клещу и другим вредителям. Ссылку на инстаграм продавца я размещу в описании к видео. Продавца рекомендую, достаточно вежливо и помог подобрать растение. То, как будет расти данный экземпляр в горшке системно автоматического полива, я буду рассказывать в других видео и обзорах. А на сегодня все. Пока.